Привет, друзья! 31 июля 2020 года всеми любимый телеведущий Леонид Якубович отметил юбилей, 75-й день рождения. Поздравить его пришли многочисленные родственники, среди которых и младшая дочь Варвара. Ей всего 22 года. Леонид Якубович стал отцом в 53 года. Никто не ожидал такого поступка, мол, возраст не тот. Но ведущий доказал, что цифры в паспорте не являются помехой, когда ты по-настоящему любишь своих детей. Варвара рассказывает, что обожает красить волосы в яркие цвета. И поначалу ее звездного папу это очень смущало. Нет, ему не было стыдно, он просто переживал, как бы о его любимице плохого не написали. На самом деле, Леониду Якубовичу все равно, какого цвета волосы у Вари. Для него главное, что она выросла порядочным, открытым и честным человеком. Девушка говорит, что пиариться на звездном отце не собирается. Она не только не ведет праздную жизнь, как другая золотая молодежь, но и очень много читает и учится. Девушка полностью посвятила себя получению образования. Варвара окончила второй курс магистратуры по специальности «Международная журналистика». С отцом у Вари очень близкие и доверительные отношения. Девушка рассказывает, что они любят беседовать на религиозные и философские темы. Обязательно проводят вместе праздники и занимаются спортом. Варвара приобщила отца к теннису, и теперь они часто играют вместе. Очень любят посещать горнолыжные курорты, это одно из самых любимых развлечений папы и дочки. Девушка также активно ведет свою страничку в Instagram, выкладывая туда новые фото. У Вари есть старший брат. Несмотря на огромную разницу в возрасте 25 лет, они тесно общаются и проводят много времени вместе. Так же, как сестра, он личность не публичная. Помимо обучения, девушка активно занимается музыкой и уже записала свою первую песню, которую можно послушать на интернет-ресурсах. Ее псевдоним – Барба Авидо. Сейчас Варвара живет одна, в городской квартире мамы. Сам Якубович с женой переехали в свой загородный дом. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.